делать уроки. Математика сделал. Литература чтение скучно. О, информатика. Так. Что? Нарисовать компьютерного вируса? Ну, без комментариев. Как выглядит этот компьютерный вирус? Тим, давай поиграем в безумного художника. Сейчас. Все, иди смотри к зеркалу, что я тебя загадал. Вот, Тима, вредина. Сейчас играем Бейблейд. Если я выиграю, то ты от меня отстанешь. Ой, Маша, ты все равно проиграешь. Выбирай первое. Я выбираю Твин Немезиса. Тю, могла бы Феникса выбрать. Ладно, я тебе поддамся. Возьму Спрайзу на Реквие. Thank you.
Ну что, мои куколки, нужны вам подружечки. Сейчас я вам сделаю. Так, кто тут у нас Ахиллес, значит, будет Лесечка. Так, кто у нас будет? О, а это кто? Волтроед, значит, Виолетта. Девочки, кого вам взять? Наверное, вот этого. Так, кто это у нас? Ага, Фав нет. Значит, будет Фаина. Надо еще юбочку Фаине. Ну что, пора познакомиться. Это Леся Ахиллесовна, а это Фаина Фафнировна. Ну что, ты нашла, чем себя занять? Ну, как видишь, леплю понемножку. Пластилин, это хорошо. А это что такое? Ахиллес, смотри, а с Фафниром что такое? Да все хорошо, все отлепится. Маша, смотри, ты полностью забила Фафнира, его даже отлепить. Нельзя. Ну, Тим, извини, ты ж не хотел со мной играть. Ну, Тим, сейчас я тебе помогу отлепить. Что же делать, что же делать? Ребята, давайте наберем 1000 лайков, и я маму попрошу, чтобы она купила нового Фафнира 4-го. Ребята, ну давайте наберем 1000 лайков, а то теперь Тима будет на меня дуться. Ребята, напишите в комментариях, как мне крепить этот весь пластилин, а то здесь дырки все позабивалось. А кто любит лепить пластилином,